Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Георгия, и у нас сегодня совместный роллинг, можно так сказать. У нас будет и Brawl Stars, и Castle Clash. Да, я в Brawl Stars тоже играю, у меня там топовый аккаунт. Я его постепенно качаю, я не задрочу, я играю просто в удовольствие. В общем, хотите видосики по Бравлу, пишите, будем что-то думать, бегать, стримить. Вот такой вот у него аккаунт, опасный заяц, 346 тысяч силы, находится он в гильдии танки X, первые места, кидайте заявочки, вступайте, набор от 15 до 150, описать ВК, идишка на экране, поэтому не теряйте свой шанс и вступайте, русский сервер. Так, окей, у нас это не все самоцветы, у нас будет больше самов, такс. Сейчас мы сделаем. Аккаунт, как видите, донатный. Видите уже огнекрыло. Доната 350к. Вот так вот. Так, окей. Поехали посмотрим, что у него по героям недостающих. Так, Некрос, Космо. Космо, землеройка, свален. Все очень просто. Очень просто. Поехали, попробуем. А вдруг нам повезет? Такс. Потом глянем аккаунт и побежим в Brawl Stars. Так, где ты? Где ты, где ты, где ты? Вот ты. Поехали. Посмотрим. Нету сегодня никаких акций там на трату и прочего. То есть обычный будний день. Посмотрим, какой шанс. Имка. Шанс как обычно. Рыцарь. Бог Рома. Ну, просто жесть, ребят. Тут даже без комментариев. Валентина. Что-то я не знаю. После прошлого коллекционера на русском сервере реально такая печаль падает. Гаргул. Надо подрубать эту админ панель уже. Бить в бубны. Как давно я в рейдах магию не использовал. А она полезна. Так, ладненько, поехали, попробуем. Хороший аккаунт, я уже не раз говорил. Не надо ролить. Не надо просто ролить, когда у тебя там 1, 2, 3, тем более донатный аккаунт. Это такой шанс. Шанс просто изи, ребят. Ну что? Вот так вот. Поздравляю, Космо, у тебя есть. Это просто изи было. Вот так вот, не надо давать ролить. Космище пришел к нам. Ну что, поздравляю, недостающий герой у тебя здесь есть. Я надеюсь, мы вытащим еще кого-то в Brawl Stars. Так, ведьма. Космище. Суккуб. Анубис, нифига себе. Ну кому он уже нужен? Анубиса уже на сервере хватает. Фея. Дед Мороз, заклинательница. Вот, пошла она жара, пошла жара. Землеройка, есть, отлично. Ну что, поздравляю. Второй недостающий герой тоже у тебя уже есть. Остался только свален. Не знаю, это шанс, конечно, ребят. Шанс вытащить одного героя за 40к там. А тут уже два вытащили. Еще и два каких героя для PvP локации, для фарма. Очень классные герои. Ведьма. Нам нужен еще свален. Рандомчик. Давай, подсуетись. Влад Дракула. Укротитель. Заклинательница. Леди Лео. Как обычно. Обалдеть. Вот это просто. Это просто. А вот, ребят. Два Космо, два Космо мы вытащили, целых два, блин, за 40к, еще и на последней тычке
Вытащили эту имбу за 450. Ну, просто жесть. Два целых космо. Обалдеть. Ну, короче, с вас, как обычно, лайки руками, ногами, пятками, там, не знаю, чем хотите, жмите. В общем, вот так вот, такие вот эпические роллинги. Кидайте заявочки, ссылки есть, описание я больше добавил на канале и в описании под видео есть, как со мной связаться. И на самой стартовой страничке есть и Telegram, и ВК. В общем, пишите, поехали. Открыть. И открыть землеройка. Ну, Георгий, ты теперь должен. Это жесть, конечно. Два таких героя. Поехали посмотрим на героев, что у него тут есть. Так, топчик. Такой сомнительный вариант. Ну, для битвы гильдии нормально. Топчик, топчик, топчик. Вы скажете, блин, нафига Ремка? Ремка самый оптимальный вариант. Анубис хорош. Я бы пас качнул. Так, отлично, отлично. Ну, хороший аккаунт. Видно, недавно начал. Донить. Берс, конечно, возьму, это жестко. Так, тыковка вообще идеальная. Так, Ронька. Ну, хорошие таланты у героев. Действительно хорошие герои. Так, отлично. В общем, здесь все good. Поехали на самое интересное. Так, оккультист. Он тоже где-то недавно его вытащил. Такс. Либо собрал, купил. Поехали. Смотрите, космище уже сразу же. 1-1. 1-1. Коробки. Коробок нет. В общем, вот так вот. Ну что могу сказать? Поздравляю, поехали на вторую часть, на Brawl Stars. Там будет тоже сейчас весело. Такс, 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 такс. Brawl Stars. Вот такой вот у него ник. C2NZC. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Так, смотрим, что у него по бойцам. Так, Шелли, Нита, Кольт, Булл, шестая и седьмая сила, ну, видно, где-то недавно начал играть. Играет, скорее всего, без доната. Такс, что, Биби нету, Морти, Сатары, Джина, Спайка, Ворона и Леона. 44 сундучка у нас, ну, поехали испытывать удачу. Бо плюс 7, Шелли плюс 8. Так, Джесси, Шелли, Пайпер, 200 жетонов, вот так вот. Рэнк плюс 9, Карл. Ну что, мы здесь вытащим недостающую. Знаете, чем мне нравится Бравл Старс? То, что здесь героев можно получить без доната абсолютно всех и прокачать точно так же. Надо просто задротить. Но это все возможно. И игра довольно-таки интересная, веселая и актуальная. Здесь нету того, что делается в битве замков. Там кто-то, я когда-то писал, кто-то написал, это же Supercell, другие разработчики. Я знаю, что Supercell и IGG это разные разработчики. Так, ну где ты? Бравл боксы. Так, 30, Кольт, Пэм. У меня, знаете, у меня я у себя открываю, у меня сразу же падает просто тупо золото отсюда. Ничего не падает. Только падает, когда обнова. Выходит новый герой, сразу на него осколки сыпят. Все. А пока только золото дают. Так, Пайпер. Пинни, пинни, пинни. Поехали дальше. Блин, вот тупо осколки, вот видите. Шанс, конечно, тут. Джесси. ТГшки дали. Просто изи, Биби. Нифига себе, вот так вот. Поздравляю,
у тебя сегодня мега везучий день, Биби обалденнейший герой, сам играю и просто крутой. Еще одна эпическая легенда у тебя есть. Там, конечно, в битве замков там у тебя просто по максимуму. А тут... Тут очень жестко. Роза, Булл, Летики. Так, Пайпер и билеты. Билетики, билетики. Ну, билетики тоже классная вещь. Потом сливать есть куда. Ну, и опять билеты дали. Посмотрите, какие у него уже герои. Потом будет качать. Ну, видите, самое проблемное здесь, опять же, это достать. Кучу золота. У меня уже, допустим, если появляется новая, вот появляется сейчас новая десятки, десятая сила, то у меня они по 2000 уже продаются сразу. Магазин еще не улучшился, видите, у него такое все. Ну, можно, он эпического бойца забрал. Да. Или это мы вытащили, наверное, скорее всего. Непонятно. Дина, Майк, Фрэнк. Вольт. О. Кристаллы. Ну, кристаллы хоть сыпят, это радует. Так, давай, рандомчик. Рико. Роза, Барли. Не дает, видите, не дает попытки. Ну, конечно, самый лучший вариант это донатные кейсы открывать. Там очень много падает. Если здесь по 6, там по 50, по 70 бывало у меня. Когда заполнено и добиваешь нового героя, но рэнк. 200 жетонов, ну тоже неплохо. Так, Брок, Роза. Дина, Майк. Очень редко вторые шансы вылетают с обычных сундуков, но на то они и обычные, знаете, тут. Хотя мы героя словили. Это реально удача. В среднем я выбивал героев там, ну, собираю героев 200 сундуков. Так, ну, опять на... Просто жесть! Легенда, ребятушки, Спайка мы ему вытащили. Ну, чё, это просто кайф. Поздравляю, у тебя еще один недостающий, легендарный уже герой, обалденнейший герой Спайк. И здесь подкручены, ребят. Так, билетики. Кристаллы. Жесть, вот это да. Вот это он не зря ждал. Роза. Билеты. Плюс 12, неплохо. Вот так вот. Ну что я могу сказать? Интересно тоже здесь открывать кейсы, поэтому у кого есть кейсы, пишите. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Бравл Старс я тоже играю. В общем, поздравляю по максимуму, что мог сделал. Всем удачи такой же. Всем пока.